дорогие друзья, Венза 22 года, 39 миль на одном галлоне, галлоне 3 литра 750, выглядит как Lexus, только что ее поводил, вот такой кифап, вид футуристический, отличный, хорошая машина, клиренс довольно-таки хороший, вот она внутри. Новая 46 тысяч со всеми налогами и регистрацией машина стоит. Едете как сыр в масле. Отлично. Так что есть над чем подумать. Вот такие вот колеса.